Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Дэйв. Поездка в Европу должна была быть лучшим периодом в моей жизни. Я должен был радоваться и с волнением ожидать мою первую поездку за границу. Но чё-то нифига. Я не знаю, может быть, причина была в медикаментах для моего лица, или запоздалом химическом сдвиге в моем мозге, или просто в усталости от дороги. Но с того момента, как я сел в самолет, мне все стало похуй. Я не мог веселиться или каким-то образом улучшить свое дерьмовое настроение, как бы я ни старался. Я бухал, чтобы совладать с депрессией, я бухал, чтобы выйти на сцену, я бухал, чтобы зажигать на вечеринках, и я бухал, потому что это Европа, и здесь пиво повсюду. Когда мы вернулись в Штаты, моя депрессия не спала. В Новом Орлеане мы пошли в одно из этих мест для туристов, где снимали дешевые караоке-видео и записали видео на нашу песню «Shut Up Already». Все на видео зажигали и отрывались на камеру, как ёбнутые. Я же просто тошнил на заднем фоне. В этом видео диджей, наш друг и роуди, больше похож на участника группы, чем я. Конечно, по-прежнему случались и забавные моменты, вроде того, как наш роуди Джерри намазал кремом Бенгей яйца Сэндина, пока тот спал. Но я по-прежнему испытывал острые головные боли. Опять же, трудно найти конкретную причину этого. Бухло, депрессия или мое все еще не зажившее лицо. Но на полпути домой, после каждого шоу, я начинал повторять. Я заебался. И я не шутил. Подобно любой другой группе, в которой я играл, у NoFX наконец истек срок годности. После тура мы отыграли победоносное «Добро пожаловать домой» шоу в Санта-Барбаре, а спустя несколько дней мне позвонил Майк и сказал, что посоветовавшись, они с парнями решили, что я должен уйти из группы. Это не было решением трое против одного, оно было единогласным. Спустя несколько лет Майк позвонил мне и пригласил отыграть с NoFX шоу в Канти-клабе в Резеде, билеты на которые были полностью распроданы. Клуб вмещал 1000 человек, когда я был с ними в туре, мы были рады, когда приходило 25. Я тотчас подумал, черт, я должен был продержаться, но я никогда не мог справиться со всем этим. Мне не нужны излишества и земные блага, я могу жить в ебаной лачуге, если прижмет, но я не был рожден для туров и дороги. Я люблю играть музыку, но я также люблю спать в своей кровати. Я также играл с NoFX на трех шоу в честь их 25-летия в 2009 году. Сэндин скажет вам, что я был в говно на шоу в Сан-Диего и не мог стоять на ногах. Но на самом деле, я упал лишь в конце, когда потерял равновесие после прыжка с монитора. Но я встал на ноги и был в состоянии ебашить лид-партии. Но вы знаете, у этих парней, как обычно, дохуя богатая фантазия.